полюбили наши покупательницы это платье. И я не удивляюсь, потому что сама Наташа, ты прекрасно знаешь, что и выпускные впереди у нас, и 8 марта. А весной и летом у нас начнется канун свадеб. И мне кажется, в таком платье, со струящимся подоле, вы будете выглядеть просто королевски. Цена за это королевское платье всего 1690 рублей. Ваша выгода 2300 рублей. Номер этого волшебного лота 86654. Как сделать первую покупку? Вы увидите в правом углу экрана телефон. Он абсолютно бесплатный. Выбирайте свой цвет, свой размер. Говорите операторам и эти цифры, и номер лота 86654. И получайте эту превосходную покупку. Ну, давай с тобой поговорим и о цветах, прежде всего. Давай о цветах, а потом еще побалуем вас подарком. Да. На нашей Лене цвет, который называется сиреневый. Роскошный. На самом деле, ты знаешь, что фиолетовые сейчас оттенки вообще все в моде. Да. Просто царят. Тем более цвет богатства считается. Тем более цвет богатства, цвет успеха и цвет магии. Магия, да. Мы с вами те еще ведьмочки. Темно-синий представлен на нашей вешалке демонстрационной. А насчет черного уточняйте. Надеюсь, что черный есть в продаже. Ну и, конечно же, внимательно обращаем на идеальный вариант. Вот это мерцание. Откуда оно берется? Это втаченные внутрь изделия. Это люрексовые нити. То есть это не наклейки, не аппликация. Это действительно втаченные. Да, это именно уже готовая ткань для производства, для шитья платья. Очень дорогая ткань. Великолепно работает с телом. Силуэт поддерживает так, как нам надо. Да, тянется. Однако крой нам позволяет вообще как угодно, в любой тип фигуры. Вот я очень люблю платье, которое комплементарно относится к сложным типам фигуры. Вот как у меня, например. Мы и модели стараемся подбирать с таким типом фигуры, как у нас с вами, чтобы вы могли посмотреть, как платье будет работать. Идеальная посадка по груди, мягкая зона плеча, спокойное декольте. Самая красота акцентная у нас с тобой находится ниже бедра. Поэтому смотрим с такими дюймовочками, такими стройными. Невероятно, потому что на коленях и под коленями объем никогда не вредил. И мы переносим акцент объема именно в эту зону. То есть фигура разгружается, а при этом за счет шифона, видимо, по подолу нашего платья делает образ еще и воздушный. Но у нас осталось только 4 размера. Вот такой ажиотаж у нас сейчас в колл-центре. 50, 52, 54, 56. И три цвета у нас сегодня присутствуют. Черный, сиреневый и темно-синий. Объединены все три цвета. Красивое вкрапление люрекса и добавление роскошного шифона вот по подолу, который здесь присутствует. Но ты говорил, что у нас есть еще и подарок. У нас есть подарок великолепный совершенно. Это брошь. И вы видите на девочках эту брошь. И я вам скажу, что и даже без него платье смотрится совершенно великолепно. Однако брошь, конечно, съемная. То-то поэтому что? Можем использовать ее на любом месте платья. То есть аксессуар отдельный абсолютно, да, получается. Это подарок идет. Абсолютно шикарная брошь. Здесь у нас с тобой великолепные материалы, глянцевые, слушай, а гладкие. А на твою тунику подойдет с кошкой? Вот, которая... ты прямо опережаешь. Молодец, у тебя прекрасный вкус. Поэтому я эту брошь могу использовать даже на своей тунике, благодаря выбранному мною цвету туники. Ну и, конечно, побалуйте себя. Роскошные образы с этой брошью нам доступны. Брошь очень дорогая. Посмотри, да еще у нас с тобой стразы крупные. А я вот тут давеча с женой прошелся по магазину. Она любит такие аксессуары. И нашли подобную брошь из ткани с добавлением стразов. Стоила 2000 рублей. Не только поругались? Одна такая брошь. Поругались, естественно. Потому что она говорит, купи. Я говорю, давай дисконт посмотрим. Давай, все-таки я там все-таки бываю иногда. Уж я-то по воле тебя знаю, хотел я сказать. Девочки мои дорогие, сегодня по цене 1690 рублей вы получаете роскошное парадное коктейльное платье. Ведь в канун свадеб, на выпускной вечер вы можете выбрать себе идеальный образ. К тому же вы получаете еще вот такой роскошный подарок в виде броши, которую вы можете использовать не только на этом платье, но и на других вещах вашего гардероба. При этом, я так понимаю, мы можем спокойно перемещать эту брошь по платью. Мы можем перемещать ее по платью, мы можем перемещать ее как тебе угодно. На шляпке. Опять возвращается мода броши на шляпке. Да. Броши на палантин, броши на открытые кардиганы. Ну и, конечно, давай рассмотрим декоративную историю внизу. Так. Это великолепный гипюр, выполненный гипюр в технике. Ой. Сеть двумя слоями, да причем еще один какой. Слой длиннее другого, что создает потрясающий объем и движение этой ткани. То есть платье опять живет у нас. Платье живет. Я вам очень рекомендую не отсиживаться, когда приобретаете это платье, где-нибудь за столиком, а выйти и потанцевать. А посмотри, что сегодня сделала Лена. Она взяла и подчеркнула талию, переместив нашу брошь с плеча, как у Любы. Вот как раз на талию сделала интересную драпировку. Она вот так на защите у нас получается. Да? Талию подчеркнула. Ведь ты говорил, что у нас достаточно свободный силуэт. Вот опять-таки, на за все мы говорим спасибо силуэту и правильной ткани. Лавсан, который прекрасно тянется. Люрексовые нити совершенно невозможно травмировать, потому что они уже встроены внутрь нашей ткани. И, конечно, поэтому мы можем поиграть с силуэтом, поиграть с длиной, поиграть с брошью. Можете попробовать, например, широкий лаковый пояс. Да, также будет великолепно смотреться. То есть опять в нашей фантазии тут границ никакой нет. Единственное, границы уже нарисовались, ведь осталось только 20 платьев всего. И это в трех цветах, которые у нас сегодня присутствуют. И правда, у нас
нас осталось только 4 размера. Наташа, я еще обратил внимание, что многие девочки очень не любят, когда люрекс присутствует в платье, потому что он жесткий и может у нас испортить какое-то тактильное ощущение. Но я обратил внимание, что у нас внутри люрекс, он именно так сделан, что он не попадает на кожу, потому что изнутри платье вот прям хлопковое ощущение дарит. Не успею я вам сегодня это показать. Итак, у нас нежнейшие тактильные ощущения, идеальный крой, фантастические цвета, которые сегодня присутствуют. Ну и самое главное, это самая лучшая цена. 1693, номер лота 86654.